Ремонт проспекта Ленина в Самаре выполнен на 99%, сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Объект обновляют на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги на всем протяжении» от улицы Полевой до Новосадовой. Рабочие уже приступили к укладке нового полотна на завершающем участке от улицы Первомайской до Полевой. Также в настоящее время завершается устройство верхнего слоя покрытия на участке от Новосадовой до Полевой. На этой улице сейчас уложено уже 33,5 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Произведена замена 16 смотровых люков, обновили 43 люка дождеприемных колодцев. По информации Самарского ТТУ, с 11 июля по техническим причинам вносятся корректировки в работу межмуниципального маршрута номер 108 «Губернский рынок, микрорайон, Южный город». Перевозка пассажиров на маршруте будет осуществляться одним автобусом и одним электробусом. Стоимость проезда за наличные расчеты по банковской карте льгот нет, сообщают в телеграм-канале городской департамент транспорта. Администрация Красноглинского района в своем телеграм-канале информирует, что 13 июля с 0 часов до 22 в связи с проведением планово-предупредительных работ по подготовке к отопительному сезону не будет холодной воды в поселке Управленческий. Адреса бойлеров с питьевой водой: улица Зеленая, дом 3 и 5, улица Крайняя, дом 17, улица Сергея Лазо, дом 46А и улица Ветвистая, дом 1.